Десятки наездников направляют лошадей прямо в огонь, а животные смело перепрыгивают через костры. Их разожгли на улицах испанского городка Сан-Бартоломе-де-Пинарис. Так здесь празднуют Лас Луминариес. Это старинный обряд очищением огнем. Его проводят в канун Дня Святого Антония, покровителя животных. Испанцы верят, что лошади, перепрыгнув через костер, будут здоровы и невредимы весь год. Обряд берет начало в кельтской культуре. В этот день мы разводим костры по всему городку и бросаем в них мокрый хворост, поэтому так много дыма. Праздник посвящен святому Антонию, который считается покровителем животных. В этом году в фестивале участвуют 100 лошадей. Для нас Лас Луминариес больше, чем просто веселье. Лошади остаются с нами на весь год, и мы по вечерам на них катаемся. Поэтому мы заботимся о лошадях. Как видите, за ними не так уж плохо ухаживают. Перед обрядом хвосты и гривы лошадей обстригают или заплетают, чтобы не загорелись. После праздника животных осматривают ветеринары. Пострадавших не было никогда. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.